Смотрите, это маленький сомик. Его кто-то поймал, и я его положил в холодильник в пакете, и он оказался жив после нескольких дней. И я вот решил ему спасти жизнь. Поместил его в такую вот емкость. Вот, конечно, это существо проявило огромную живучесть, потому что я лично сразу не поверил, как вот мне мать сказала, что он сомик жив. Я сначала не поверил вообще. Потом вижу, он в кастрюле плавает.